Привет, это Навальный с экспериментальным роликом. Вот я вообще сейчас буду молчать. Не буду вас ни в чем убеждать, но все равно попытаюсь вас сагитировать для того, чтобы вы поддержали на выборах меня, а не Путина. Итак, на одной половине нашего экрана бывший сенатор Чечни Умар Джабраилов. Не так давно он, находясь в состоянии наркотического опьянения, достал пистолет и начал ходить по гостинице, стреляя в потолок. Ну и вот вчера судья именем Российской Федерации вынес ему приговор. Штраф 500 тысяч рублей. То есть ни ареста, ни условного срока, ни колония поселения, ни реальный срок. И выйдя из зала суда, Джабраилов сообщил журналистам, что даже его пистолет ему вернут. Ну так вот, это сухие факты, и как я обещал, никакой агитации не было, и теперь я замолкаю. Я не могу вам ничем помочь. Я закон. Вы проявляете неуважение к суду. Но вы же знаете, что такое суд и две стороны в суде. Одна обязательно недовольна. Вот и все. Теперь выбирайте сами. Если вы считаете, что это справедливая судебная система, ну голосуйте за Путина, это ваш президент. А если вы, как и я, считаете, что судами это назвать нельзя, и система нуждается в глубочайшей реформе, то поддержите меня, потому что это базовый пункт моей программы. Начните с того, что зайдите по ссылке в описании прямо сейчас и поставьте подпись в мою поддержку. Можете отправить свои 300 рублей мне на счет избирательной кампании, это будет очень не лишним. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Умар Алиевич, а дальше что будете делать? Какие сейчас планы? Дальше жить красиво, плодотворно, уверенно.